На фиксе велосипеде без тормозов Алексей ездит меньше месяца. После обычного на трековом пришлось учиться кататься по новой. Когда осваивал остановку на прямой передаче, набил немало ссадин. Правда, по автомагистралям, рассказывает велолюбитель, ездить все же опасается. Там, где можно, допустим, скоротить дорогу, конечно, можно свернуть. И на дороге в последнее время не очень так, особенно ночью, безопасно кататься. Велосипедисты жалуются, водители авто часто игнорируют двухколесных, но признают, и сами велолюбители нарушают правила дорожного движения. И часто вижу велосипедистов, которые переезжают зебру, не переходят, а переезжают, проезжают на красный. На акцию владельцы велосипедов собрались, чтобы продемонстрировать езду по правилам. Обязанность каждого велосипедиста показать себя, то есть как он может действовать на дороге, показать правильные правила дорожного движения. Я надеюсь, что наши велосипедисты все-таки будут точно так же уважать наших водителей. И при уважении друг друга у нас будет все хорошо. Около полутысячи велосипедистов двинулись колонной вниз по Пушкинской до площади Конституции. Во время акции движение автомобиля не останавливали. И соблюдать все правила дорожного движения большой группе велолюбителей удалось с трудом. Ирина Антонюк, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».